Здравствуйте, друзья! Мы сегодня с семьей решили сходить в церковь, поставить свечки, ну и погулять в тех окрестностях, так как там очень красивый вид на наш город, да, его видно на ладони. Ну и что-то новое, знаете, поменять, так сказать, локацию, а то мы постоянно на одних и тех же площадках гуляем, в одних и тех же местах, так как городочек у нас маленький, очень маленький, это как такой маленький микрорайон, например, в каком-нибудь миллионнике, да, в городе. Ну и мы уже пришли в эту красоту, попили водички, посидели, погуляли пешочком, детей зато вымотали, они достаточно устали ножками ходить. Да, сейчас слезаем. Что, пойдемте? Пойдем. Пойдем. Шаверму, шавуху купим. Мы будем купаться. Угу. Сначала надо машинку починить, да? Ритуля такая помощница маленькая растет, помогает Ромке ходить, поддерживает его, одевает его, просит, чтобы я ей дала, чтобы она его кормила. Такая заботливая сестренка растет. И очень-очень она любит его, целует постоянно. И мне так нравится такая вот любовь, связь у них. И хочется, чтобы эта связь у них продлилась, так как ближе, чем братья, да, и у них никого не будет, да, вот нас родители не станет, да, не дай бог, конечно, долго лет жизни нам, но вдруг, да, всякое в жизни бывает, что вот нас на всем большом свете остались только брат и сестра, и чтобы вот эту вот любовь и поддержку они пронесли через всю свою долгую, длинную и счастливую жизнь.